Здравствуйте, уважаемые телезрители канала Десна ТВ. С вами в студии Татьяна Ионкина. В ближайшие 10 минут о событиях города и области. Коротко о том, что сегодня в выпуске. Подарок от президента юному десногорцу. Заседание административной комиссии. Раскрыт факт торговли немаркированным алкоголем. Традиционные соревнования по лыжным гонкам. Еще у одного жителя нашего города есть портрет президента России с автографом. Кто стал его счастливым обладателем и почему, расскажем в нашем первом сюжете. Чтобы вручить столь необыкновенный подарок третьекласснику Ярославу Мастерову, в Десногорск приехал федеральный инспектор по Смоленской области, аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Алексей Брылев. Очень приятно, что, конечно, такой случай в Десногорске уже второй. Да, то есть десногорские жители, особенно молодое поколение, действительно очень активны. Это радует. Также Ярославу были вручены подарки от главы города, которые Вячеслав Седунков преподнес ему лично, поблагодарил родителей и педагогов. Девиз нашей школы очень простой. Мы учим и воспитываем каждого. Мы учим и воспитываем всех. Мы учим и воспитываем хорошо. Мы очень рады, что обучающийся нашей школы Мастеров Ярослав выразил свою активную жизненную позицию в обращении к президенту Российской Федерации. В своем письме Ярослав написал, что очень хотел бы пообщаться с президентом и получить его автограф. Мое письмо дошло до президента, и что моя мечта сбылась. На эту встречу в администрацию Десногорска пришли многочисленные родственники Ярослава, которые также не скрывали своих эмоций. Очень рад, что администрация Кремля работает, все работает, то, что всех, ну, грубо сказать, поставили всех на уши из-за вот такого, вроде как бы сказать, небольшого события, но я очень доволен. На память о встрече сделали общую фотографию. Смоленская область получит около 87 миллионов рублей на предоставление социальных выплат молодым семьям для приобретения или строительства жилья. Такое постановление подписал председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев. Как пояснили в администрации Смоленской области, в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище», рассчитанной на 2015-2020 года, смоляне, не имеющие детей, смогут претендовать на возврат 30% расчетной стоимости приобретенного жилья и не менее 35% семьи, имеющие одного ребенка или более. Помимо Смоленской области, в программе участвуют еще 74 региона России. В общей сложности субсидии составят более 4 миллиардов рублей. В Минфине рассматривают проект, в котором предлагают ввести ограничения на сумму оплаты наличными. Законопроект существует уже с 2013 года, но не вступил в законную силу. В нем предлагается ввести ограничения на оплату наличными средствами до 600 тысяч рублей и снизить ее же до 300 тысяч рублей. Также было предложено ввести ограничения на все транзакции. 24 января административная комиссия рассмотрела 11 протоколов. Какие решения были приняты, мы расскажем в следующем сюжете. За прошедший период было зафиксировано правонарушение по трем статьям областного закона. Так, по 27 статье нарушения тишины и спокойствия граждан в ночное время было составлено 5 протоколов. Из них по двум комиссия вынесла предупреждение. Трое меломанов за громкую музыку ночью наказали штрафом в 1000 рублей. Парковка в неположенном месте по статье 17.4 считается нарушением благоустройства территории города. По этой статье закон не предусматривает предупреждение. Наказанием является штраф от 3 до 5000 рублей. Комиссия рассмотрела 5 протоколов. Двух нарушителей наказали минимальным штрафом в 3000 рублей. По остальным протоколам производство по делу было прекращено. Статья 32 областного закона запрещает торговлю в неотведенных местах и влечет серьезное наказание в виде штрафов от 5 до 10 тысяч рублей. Комиссия рассмотрела один протокол и прекратила производство по делу по причине незначительности нарушения. В области зарегистрирован случай нападения лисы с признаками бешенства. Лиса покусала примерно 20 собак. Скорее всего, им грозит усыпление. Ветеринарные врачи советуют держаться подальше от диких животных, даже если те выглядят мило и безобидно. У многих животных могут отсутствовать внешние признаки бешенства. У лис в стрессовых ситуациях ослабевает иммунная система, и они рискуют заразиться бешенством. Если у вас произошел контакт с больным животным, следует немедленно обратиться в больницу.
А сейчас криминальные новости. В районе Ершичей полиция задержала охотника, который охотился в лесу. В ходе проверки у него нашли самодельные патроны. Их происхождение он объяснил тем, что нашел в доме у дедушки пустые гильзы и ружье. Дома самостоятельно изготовил патроны. Откуда мужчине известен способ изготовления, неизвестно. После проверки все патроны оказались рабочими, и ими можно стрелять. Оружие и патроны полицейские изъяли. Мужчине теперь грозит срок. Против него возбуждено уголовное дело. Двое жителей города Рославль подозреваются в незаконной реализации немаркированного алкоголя. По оперативной информации, сотрудники полиции провели проверку и обнаружили целый склад. Оперативниками было изъято более 6 тысяч бутылок разнообразной немаркированной алкогольной продукции и 1800 литров спирта. Стоимость изъятого составила более 2 миллионов рублей. Была проведена экспертиза, которая показала, что федеральные специальные марки, которыми были оклеены изъятые бутылки, по способу изготовления и качеству воспроизведения полиграфических реквизитов не соответствуют образцам продукции, выпускаемой госзнаком. Оба торговца были задержаны и доставлены для разбирательства в отдел полиции, где пояснили, что привозили алкогольную продукцию для продажи из соседнего региона. В настоящее время следственным отделом межмуниципального отдела МВД России Рославский возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса, производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и нанесение информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, совершенной группой лиц. За это подозреваемым грозит максимальное наказание лишения свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей. В данный момент в отношении их избрана мера пресечения – подписка о невыезде. В рамках проведения социально-профилактической акции «Я выбираю МЧС» и мероприятий, запланированных в год гражданской обороны, в школах нашего города сотрудники Десногорского пожарно-спасательного гарнизона проводят открытые уроки со старшеклассниками на тему «Пожарная профессия героическая». Для того, чтобы сформировать у будущих абитуриентов представление о профессии пожарного и спасателя, напомнить правила пожарной безопасности в быту и на улице. Инспектор Анастасия Зуева рассказала подросткам, как подготовиться к поступлению в вузы МЧС России и о перспективах трудоустройства по потом. Для более подробного представления школьникам были показаны видеосюжеты о рядовых буднях сотрудника МЧС России. Психологический тренинг для студентов Десногорского энергетического колледжа «Креативный подход» провели 24 января сотрудники молодежного центра. Мероприятие проходило в рамках годового плана по профилактике асоциальных явлений в молодежной среде и пропаганде здорового образа жизни. В ходе работы участники получили возможность осознать то, что собой представляет креативность, каковы ее проявления, а также узнали о барьерах, препятствующих осуществлению их собственных творческих ресурсов. В Смоленской области снизилось число безработных. Минтруд России обнародовал данные мониторинга рынка труда в субъектах Российской Федерации. Исследование базируется на официальной информации, предоставляемой работодателями в органы службы занятости, о планируемых увольнениях работников в связи с ликвидацией организации, либо сокращением численности или штата работников, а также введении режимов неполной занятости. Так, по России с 11 по 18 января текущего года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, снизилась на 2,5% и составила более 800 тысяч человек. Десногорске уже много лет подряд проходит конкурс рисунков на тему рождественских дней. В нем принимают участие дети со всех образовательных учреждений города и центра «Солнышко». В этом году на суд жюри было представлено свыше 150 работ. А сейчас новости спорта. 22 января в Смоленске прошел 11-й международный турнир по тхэквондо. Его участниками стали свыше 500 юных спортсменов, представляющих более 20 регионов России и Республики Беларусь. Достижения ребят были отмечены многочисленными призами и подарками. Абсолютным победителем международного турнира стала команда Смоленской области. Второе место заняли спортсмены из Витебска. Третье – гости из Санкт-Петербурга. Самый масштабный спортивный праздник «Лыжня России» состоится в Смоленске 11 февраля. Лыжная гонка будет проводиться в Красном Бару на базе спортивного комплекса «Смена». Добраться на место проведения можно как своим ходом, так и на специализированных автобусах. Зарегистрироваться можно по номерам телефонов, которые вы видите на экране телевизоров. А в Десногорске 25 января на лыжной трассе в Генино прошли открытые соревнования по лыжным гонкам «Фонарь». Более 40 спортсменов со всей Смоленской области собрались под знаменитым фонарем в деревне Генино. Принять участие в лыжных гонках мог любой желающий, который имеет соответствующую подготовку и допуск врача. Лыжными гонками я занимаюсь 4 года, участвую в соревнованиях практически каждые выходные. У нас спортивная семья, поэтому я вот тоже по их стопам пошла.
Девушки стартовали на дистанцию в 3 километра. Мужчины покоряли трассу длиной 5 километров. Все успешно и без приключений достигли финиша. Среди женщин в 4 возрастных группах первыми финишную прямую пересекли, обеспечив себе абсолютную победу, Анастасия Полторак, Александра Федорова, Елена Переходкина и Инна Орлова. Мужской пьедестал победы возглавили Никита Михайлов, Олег Титов и Игорь Козловский. В этом году, конечно, зима нас порадовала снегом, лыжней и температурой. Нет дождей противных, шикарная трасса, шикарные люди. Благодаря помощи в этом году сезон шикарный. Лыжня как бы чуть ледяная, но организаторы справились, прошли там бараной, то есть как бы хорошая лыжня, можем так сказать, на 4 балла. Ну, единственное, что поле здесь, да, леса нет, ветер сильный и прохладно очень. Опыт как бы и тренировочный процесс, тренировки помогают поддержать победу. Все победители и призеры соревнований получили почетные грамоты, медали и кубки. Помимо традиционных соревнований, в этот день двое участников, студенты Десногорского энергетического колледжа, смогли сдать и нормы ГТО. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала desna-defis-tv.ru. Также мы ждем ваших предложений и актуальных тем для новостей. Спасибо за внимание. До свидания.